Всем привет! Меня зовут Акулова Александра. Я специалист по поведению собак, психолог и теперь тетач-коуч. Я достаточно долго не могла сформулировать отзыв на сертификационный курс не потому, что мне было нечего о нем сказать, а потому что я не могла выразить это в словах. Как и любой другой курс, который я проходила очно или онлайн, связанный с тетач, он мне всегда давал нечто большее, чем просто информацию или даже практические навыки. Когда я решила пойти на этот курс, я ни капли не сомневалась, что в нем будет великолепная структура, что в нем будет очень много полезной информации, что будет очень мягкая и корректная обратная связь. Впрочем, как и во всех остальных курсах, несмотря на то, что это был первый поток. И поскольку принцип обучения строится по спирали в тетач, я, несомненно, понимала, что неважно, на каком я уровне, этот курс мне будет однозначно полезен, тем более в компании единомышленников. Но, честно говоря, я не ожидала, что даже после окончания курса мы все еще будем к нему причастны, что мы будем вовлечены в процесс и дальше вдохновляться и мотивироваться на то, чтобы работать в методе. И, конечно, курс оказался для меня большой возможностью, учитывая нынешние условия и обстоятельства, слушать своих наставников, опытных коллег столько, сколько мне нужно, отматывать назад, нажимать паузы или замедлять. Но главная возможность для меня оказалась в том, что я смогла попробовать себя, доказать себе, что я на самом деле могу куда больше, чем мне казалось самой. Конечно, я понимаю, что это только начало, и что впереди нас ждет очень много всего интересного. Очень многие стали интересоваться методом, и это прекрасно. Но я даже немного завидую тем, кто пойдет на следующие потоки и прикоснется к этому впервые. Я бы согласилась еще. И шлю огромную благодарность тем, кто был причастен к созданию этого курса.